ныне говорит Господь, Равили Скеман Абба Отче, Аллилуйя, Аминь. Дети мои, кремене Клайден, я каждый раз говорю к сердцу, к вашему кремене Скеман Лавне, направляя вас на путь истины моей, кремене Тавзен Амен. И хочу, чтобы вы были внимательны к словам Господним, кремене Клайден, тому, что говорит Дух Святой и Священное Писание, кремене Клайден Амен. Моя любовь, она кремене Клайден, правда, кремене безгранична, кремене Клайден, к сердцам вашим. И я проявляю ее, кремене, в вашей жизни, говорит ныне Господь, кремене. Но как нужно быть внимательным на пути своем, Крамене, говорит Господь, Рамауден Амен. Ибо я поставил свои путевые знаки, Крамене Кладе, Рауден Керабеди Кладе. И я руковожусь этим, говорит ныне Господь, Рамауден Амен. А вы бываете невнимательны, Крамене Скавден Кламене, к словам моим, Рамауден Амен. И смотрите то налево, то направо, Крамене Кладе, внимая этим духом обольстителям, Крамене Кладе, Амен, Крамене, который влекут ваше сердце, Крабады Клавден Амен, Рауден Амен и Гейзен. Но я в своей любви прихожу к вам, Крабады Скавден Амен. Я прихожу к вам, Крамене Лавден, и нежно стучу, Крабады Лавден, до сегодня, Крабады Клавден Амен. Но придет день, говорит ныне Господь, Рабауден Клабини Кладе, когда я буду взыскиваться это, дети мои, Крамене Клайден Амен. И где окажется душа ваша, Крамене Кладе, когда придет время, Крамене Кладе, Амен, Крамене, когда многие пристанут пред лицем моим, Крамене, Лавден, Ава, Отче, Аминь. И это время придет, дети мои, Крамене, Лавден, ибо я определил ваше время странствования на этой земле, Крамене, Гладе, и оно кратковременно для многих, Крамене, Сгелден, Ава, Отче. И что скажешь тогда, Крамене, Лавден, Ава, Отче, когда, Крамене, предстанешь пред лицем Господним, Рамине, Сгелден, Ава, Отче, а я даю время благоприятное для тебя, Крамене Кладе, а я даю время благоприятное для тебя, Крамене Кладе, чтобы ты запасался этим маслом, Крамене Кладе, чтобы Крамене Лавден Амен, твой светильник горел, Крамене Кладен Ава Отче, потому что я приду, Крамене Кладен Амен, Крамене Кладен Амен, Крамене Кладе Кастанен Аде, и посмотрю, что, Крамене, в сердце твоем, посмотрю, что во внутренности твоей, Крамене Кладен, и не буду смотреть на обстоятельства, не буду смотреть ни на что, Крамене Кладен, Ава Отче, в твоей жизни, Крамене Кладе, но возьму от земли, Крамене Кладен, Амен, и готовая, и не готовая, Крамене Сдавден, Амен, а это время для тебя ныне, где Алменавден, Амбедибеде, Кладе, Кравде, церковь моя, чтобы ты еще укреплялась и укреплялась в благодати моей, ныне говорит Господь, Рабауден, Ава Отче, потому что я Бог твой, Крамене Залден, Ава Отче, и я направляю тебя, Алманавден, на этом пути, Крабеди Галден, Ава Отче, и даю правильное ведение для тебя, Крабеди Скалден, Амен, и ныне говорю и буду говорить, Крабеди Кладе, направляя твое сердце, Алманаде, к вечному источнику жизни, у которого есть вода, Крабеди Кладе, и эта вода изливается, Крамене Кладе, Карманы Кладе, и многие говорят, Крабеди Кладе, Гестайден, но немногие слушают, Крабеди Кладе, Ава Отче, потому что я поставил, Крамене Кладе, Германе, в этой церкви многих, Крамене Кладе, Амен, Крамене, чтобы многие говорили, Крамене Кладе, и направляли, Крамене Кладе, к тому источнику, который живой, Крамене Кладе, Амен, и дал власти свое припоясание, Крамене Кладе, Амен, и каждый в своем уделе, Крамене Кладе, Ава Отче, и ныне говорит Господь, Крамене Кладе, Амен, придет время, Алмедевден, Крамене, когда я буду всыскивать, Крамене Кладен Амен, Крамене, но доколе есть благоприятное время, Алпелевден Кладе, направляйте свои сердца ко мне, ныне говорит Господь, и я явлю милость свою, Крамене Кладе, я милосердный Бог, Крамене Кладен Амен, многие знают меня таковым, Крамене Сголден Амен, но придет время, Крамене Кладе, когда узнает другую сторону, Крамене Кладе, что я есть Господь всыскивающий, Крамене Кладе, за нечестие народа, Крамене Кладен Ава Отче, ибо я даю время, Крамене Кладе, и определяю его, Крамене Кладе, в жизни вашей, ибо так ныне говорит Господь. Аминь.